Саша, как я попала в Карелию, я здесь инструктор, женщина, как-то девочка, так сложилось, девочка. Развлекаю всех, готовлю, матерю обязательно, у нас все хорошо, отдыхаем. Да. То есть летом здесь, а в Питере зимой? Летом я в Карелии, зимой в Питере, пить, но я не пью. Понятно. Он второй инструктор. Он родился в Беломорске, но живет в Петрозаводске. Он агроном. По специальности? Нет. О. Готовится пойти в армию. Мне даже не ищет. Ну, вместе ходите в эти походы инструкторики или как получается? Как поставить? Как получается? Постоянно в этом сезоне. Да. Раз. И Костя его к нам периодически пытаются пихнуть. Прикольно. То есть вы всех инструкторов знаете, потому что с каждым уже, возможно, походили с кем-то, да? Да. Mm-hmm. Я знаю много моих. Да. Знаете, Багдеева? Да, Багдеев, One Love. Привет. Привет, привет, Леха. Ба. Ага. Привет. А я, ну и военкомат, естественно. Привет, я Алексей. Я приехал в Карелию совершенно случайно, найдя... Ну, когда мне кадры сказали, что я должен пойти в отпуск, я просто загуглил, куда мне поехать, и вот так я оказался здесь. А откуда? Я из Москвы. Диджитал-продюсер в рекламном агентстве. Ну, звучит... Красиво, да непонятно. Дима, отдыхаем в Карелии, сейчас 22-й год. Очень классно, классная речка, хорошие пороги, все супер. А из какого ты города? Город Москва. С автомобилем. Ты автомеханик? Был за таким состоянием, чтобы оно было всегда приближенное к идеалу. О. Из Саратова, ну вообще родился в Бори. Таксист. Почему приехал? Муж-то здесь. Согревают. Как, куда еще ехать, как не в Карелию? Да, все закрыто, с границы закрыто. Так бы в Турцию поехал. Нет. Я из Москвы, а вообще из Саратова. Я руководитель отдела по работе с клиентами в логистической компании. А, люблю путешествовать. И такая некая белка путешественница, особенно вот такие вот классные дикие места. У нас вообще офигенная компания. Все совершенно разные, с своими особенностями, приколюхами и так далее. Пока все очень нравится. Нет, она не заметила. Завтра закрепишь, да? Закреплю еще как. Синий. Я из Саратова. Компания хорошая, пороги тоже. А мафия? Мафия тоже. Замерз? Ничего? Нет, мне дали термобелье, и я теперь тепленько хожу. Короче, несмотря на то, что даже подмерз, не жалеешь, да? Не говори себе. Будешь завтра на пороге кататься всеми? Кататься? Ну вот, на те пороги, которые вот. Вон там? Да. Да? Планируешь? Яме? Да. Будем, да, будем. Короче, будет яму месить. Будем, да. Ну, все вместе. Никита. А из какого ты города, Никита? Я из города Москвы. Ты в первый раз в Карелии? Вот. Да, я в первый раз в Карелии. И вообще первый раз иду на сплав. Вот, мне сюда пригласила Диана. А, мне здесь... Диана. Вот Диана. Короче, она заставила парня сюда пойти. Нет, я больше с тобой не буду. Че, как тебе впечатление? Вот интересно знать мнение человека, который первый раз в бане. Ну, это здорово, это новый мотор. Дима, Диана, мы из Москвы, родом из Саратова. Как у нас? Диана говорит, хорошо, а я говорю, водки нет. Диан, где мы работаем? А, да, она умирала. Я... Извозчик, Диана, школьник. Но ты еще гитарист на полставки. Да. Сегодня, да. Походим. Но мне не платят. Даже водкой. Ну вот да, кстати. Я Александр из Химок. Приехал
в поход идем, очень все нравится, все отлично. Я работаю инженером на заводе. Ага. Ольга, я из Москвы, работаю в банке, в службе экономической безопасности. Мне кажется, у нас очень гармоничный поход, отличные пороги, отличная компания. И погода, я считаю, нам очень благоволит. Так что все здорово. Надеюсь, и вторая половина будет такая. Ну, хорошо, смотрите, сколько грибов мы насобирали вместе с Ольгой Александром. Вот, смотрите, это все вот собрано. И вот это тоже. Я Ира, я из Москвы. Студентка художественного металла. Тоже, считай, металлообработала в поход для того, чтобы разрядиться, наполниться какой-то энергией в свободное от студенчества. Вот. Андрей из Москвы. Приехал оторваться от цивилизации. Надоело, честно, город угнетает, а здесь всегда душа отдыхает, и обычно сюда приезжают хорошие люди. Вот, а общение с хорошими людьми заряжает энергией надолго, и приезжаешь в Москву, удается потом эффективно работать. А кем ты работаешь? Я работаю металлообработкой, занимаюсь, изготавливаю оснастку для промышленного оборудования. Ты токарь? Нет. Здравствуйте, люди, зовите меня Миша, меня узнает та же, тот голос мой услышит. Готовился! Приехал в Карелию уже раз, наверное, четвертый. Вот, мне здесь нравится, со Стеллой все время. А я работаю программистом, да, в IT-шнике. Но еще и блоги вот люблю вести, поэтому вот записываю все, что... Я работу, короче, я с одной работы уволился, но очень устроился. Выпал свободное время, вот приехал в Карелию, что-то. Мне здесь нравится, здесь пороги хорошие, интересные, интереснее, чем наш полярный край, а? Не дошли ты пороги? Не только наедают, а так все нормально. Преодолели порог или шеверу, как сказать, и уже причалили лагерем зачилить здесь. Почему так? А потому что дальше нету поблизости стоянок, где можно встать с палаток. Встали здесь, вот наши палатки. Чила, просто спа курорт. Коврики стелишь. Вот с видом. На озеро. Да. Все. Релакс и кипизи. Thank you.
нас уже ужин. Сегодня у нас короткий был сплав. День чила. Когда табличка стала. Он решил, что он понтовый парень. Не, я ему попал, блин. Иногда бывает верхняя полка в купе дешевле, чем плацкарт. Играем в мафию. Что мафия? Просто покажи пальцы, мы с ним. Да. Ты морозишь, что ты так и просто. Но мы не знаем, кто это. Так. Мафия. Ночной фильм. Блин, ну кто? Есть мысли какие-нибудь? Нет мыслей? Завтра лето кончится, и подавать я не стану виду, что уезжать не хочется. И подавать я не стану виду, что уезжать не хочется. Все перекаты, да перекаты. Послать бы их по адресу, на это место уж нету карты. Плывем вперед по обрису. Место, уж нету карты, а мы идем по маленькому плоту. Сквозь бури, дождь и грозы. У вас это работает, а у меня нет. Взял и только сны и грезы и детскую мечту. Кто уплыву, лишь кто проникнет полно. Чтобы рифмами напомнить мир, в котором я живу. День подходить на расстояние снегопада. Она красива, как звезда, только не надо. Ей подходить на расстояние звезд, чем было прямо сказать она, словно сделана из сахара. В общем, как лоха развела тебя, она очень плоха. Расстояние снегопада. 10 вечера, вот такая вот погода. Белые ночи. Вот такое вот белое небо. Как спать в такой погоде?
придумать свои таблички, повесить их вот туда вот на дерево. И вот начали креативить. Я это написал Миша Икон. Выделываю символ интернета, собачку. Логотип нашей компании. Пошла Накша. Вот я написал. Сейчас из этого резко по дереву идет. Потом все это повесить. Когда детишки Кандалакшу назвали несколько иначе. Пошла Накшей. Короче, сейчас мы это все доделаем. Повесим. И уковечим себе Пошла Накша. Чуть-чуть осталось прям. Рождается шедевр на ходу. Когда у тебя родились плотницкие способности? Ты раньше что-нибудь делала по дереву? Да, для другой группы уже делала. Да? А, понятно. То есть не впервой. Дрова. Второй раз так не выйдет. А. В общем, Дарья, она не только готовит, но еще и это упражняется в личных. Да я, конечно, так не смогу порубить. Она еще и коня на скаку может остановить. Я могу только потоньше пробить. Да. Вот как это. Ну что, прогулялся по лесу, собрал грибов с опытными грибоискателями. Вот такие вот грибочки можно найти рядом с лагерем. У нас уже каждый понабрал по столько же, и у нас получится очень... Вот сколько всего грибов собрали. Это раз, свежие. Вот уже порезанные два. То есть... Такая вот улов сегодня хороший. Сейчас, наверное, будем в мафии играть или на гитаре песенки петь. Короче, завтра. Готов. Оп, ложка улетела. Ага. Сейчас давайте водички добавим. Да, да. Спасибо. Там это все красивые грибы тут мои. Грибной штуки. Когда еще поешь? В городе я себе такое не могу позволить. Просто что? Чем свежий грибочек, сваренный супчик. Все оценили, всем очень понравилось. Думать как. Берег, речка, речка. Волна, течение. Волна. Тенец. Гравитация. Блин. Гравитация. А мы только это. Блин, я не думал, что так быстро угадают. Дистиллировка вот. Дистиллированное. Брожение, может. Сейчас. Таблички. Пошла Накша. Подожди, я сниму. Вот так. Ага. Вот. Самый ловкий, самый это скалолазный чувак.
Или я не знаю. Вот туда вот ее надо. Короче. Так. Короче, так. Нормально уже. Уже сейчас перекидываем веревку для навешивания. Думали, да, для чего это делается? А потом его... Перетягивай, ага. Лежи там. Смысл? Узел просто лежи. Давай. Потом поднимем доску. Обязательно. Только отмерь немножко, Саша, с запасом было. Вяжем. А вы думали, тут серьезное дело решается. Повесить по шланаку. Значит, сейчас вот... Костя полез. У нас Костя, про Кости табличку, он все повесит. Все, здесь все волнуются. Ваши прогнозы? Мои прогнозы, что Пашинакша повесит туда. Такой незабываемый след в истории, который... Еще никто не оставлял. Помнить, да, который будет помнить многих поколений. Парни, будет... веревочки... А выщукнись, мне тоже кажется. Опускайте вниз. Нет, мы сейчас проверим. Стой! Вот уже! Вот уже! Гости, эти аплодисменты тебе. Да. Название команды теперь вон. А что происходит? Мы тут повесили, значит. А я не удивлена тому, что происходит. Ура! Акша. Так рождаются легенды. Ура! Ура! Линия одежды. Ура! Линия одежды. Посыла. Поверил бы глазам, описал бы все в слезах. Видно все, что было, да, померещилось. Но вот в зеркале, друзья, вдруг его увидел я. Видно, встреча-то моя все живещая. Полем, белым полем ты. Волос был чернее смоли, стал седым. Полем, белым полем дым. Волос был чернее смоли, стал седым. Поклонакши. Пошланакши. Кандалакши. Как вам такая ночь? Ну вот. В общем, она такая, оказывается, заполярная. Пятый день нашего тура начинается. Мы уже проснулись в 9, быстро позавтракали, сейчас собираем вещи, чтобы двигаться дальше с порога ямы на новый порог,
где также остановимся и, надеюсь, покатаемся, сжаются. Все. Соответственно, было гулять, собирать грибы. И прелесть отдыха в Карелии, окольные места, вот то самое единение с природой, когда у туристов нету населенных пунктов, наслаждаюсь красотой этой первозданной природы и просто ловлю дзен от этого. Можно было бы просто побыть с собой наедине. Вот. И Карелия представляет такую возможность. В Москве, в Подмосковье, допустим, мне кажется, очень сложно найти такое место. Красивое, живописное, в то же время уединенное, где ты будешь совершенно один. Терапия, что ли, как раз для москвичей. Так я вот спросил, чтобы немножко отдохнуть от мегаполиса шумного, от этой суеты, стресса постоянного. Здесь просто как дзен. Когда сплавляешься там по порогам тоже, уже ни о чем другом думать не можешь, кроме как вот. Наверное, так можно обозначить мое видение вот этих дней. Поэтому он по-своему хорош. В отличие от, допустим, переполненных пляжей юга, где сейчас толпы народа, да, там, Сочи, там, Геленджик, не знаю. Анапа. Везде тишина. В общем, все необычное для меня явление — это белые ночи. Я впервые вот, собственно, то есть ты просыпаешь, светло, просыпаешься, светло, сидишь вечером с ребятами, песни поешь, светло. В общем, необычное тоже явление. Я считаю, только ради этого. Спело. Ну что? Перекусим. По одной ешь. Нам Дарья сготовила сегодня сливочный суп, да? Конечно. Интересно называется, наверное. Да, сырный суп. О, отлично. Спасибо. Пожалуйста. Всем приятного. Да. Да. Так что. Здесь, 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 здесь. Давайте. Где-то.
заметка про комаров на Кольском. Много их здесь или мало? Спросите вы. Ну, до этого я пользовался вот этой супершляпой, которая защищала меня от комаров, да? Но сейчас я им не пользуюсь, потому что вот сейчас мы встали на сухой поляне, где комаров нет вообще почти. Сжрали во влажных местах после дождя. Их много было настоящего того, какая погода была накануне. То есть влажно или сухо в том месте, где вы встаете. Как близко к воде, если подальше, тоже поменьше сейчас вода подальше. Для тех мест, где комаров много, берут с собой репелленты, одежда просто, которая покрывает все тело, кроме лица. Еще спиральки я взял от комаров. Ну, правда, я ими сейчас не пользуюсь, мне они не понадобятся. Меня одежда защищает. А от комаров стоит как бы предохраняться, но они не везде достают. Хорошую погоду и... Ищем грибы. И вот смотрите, прям клад каждый раз находим. Оп. Раз. Два. Три. Четыре. Короче, прикольно, да? А потому что некому их тут собирать особо. Растут и растут, никто. Тут еще морожка растет местами. Тоже кисловатая ягода, но вкусная. Тут очень нравится. С пользой для дела. Диана, пару слов о вашей работе. Кого начать? Начните с другого. Да? Где играют? Есть. Половина за мафию, половина за мирных, вымышленные персонажи. Задача обмануть противоположную команду, чтобы мафию не вычислили. Фанакша — это не кандалакша, это разные. Когда это погранцы... Говори. Арсений вообще там не говорил, он там не сидел. Посмотрев предыдущие туры, да, со стороны, там ситуация пытались удержаться внутри игры, а всех таких тихих и выстреливали во все стороны. Вот. А, соответственно, нужно где-то секретно искать. Давайте прогуляемся вглубь нашего таинственного острова. Пается рекой. В общем, интересное очень место. Мне сказали, что здесь красивые виды на порог. Давайте посмотрим. Капа с этой стороны. Идем к нему. С берега, наверное, сейчас будем проходить. Заснимем еще раз. Сверху, вниз, катимся, уходим налево и выплываем сюда, да? Она у нас есть. Отдыхать, читать книжку как раз. Да? Они все вот туда, в ту яму уходят. Здесь, как сказал Владимир, воды вообще обычно мало. Как вот сейчас, вот именно, который я сейчас вам показываю. Ходили вместе на шую, короткий вам привет. Мы стоим с Михалычем на пороге шляпа. Канал Карел 027, также ВК я, а Илья Хоконин. Попозже уже буду выкидывать за этот тур видео. Да и так наблюдайте за мной. Вот моя палаточка. Вот она. 7-й сезон, чувак, просто живет в лесах, не вылезая. Вот все лето.
То есть тут в году у меня ротация 13 или 14 туров. Тогда каждый сезон по 13, по 14. Ну еще беру. Давайте ждем. На связи. Все. Полюбуемся порогом. Мощь. Мощь. Получается, он уходит часть сюда прямо, часть туда вот. Мы проходили вот там вот. Этот момент хождения глади воды в бурлящий поток. Два часа ночи здесь, на Кольском. Отличная полярная ночь. Время поспать. Как вам такая ночь? Доброе утро! Сегодня у нас крайний день нашего путешествия. Короче, хорошенько вчера попарили баньки. Потом отметили окончание маршрута.
Я на такая уже не первый день. Лишний. А кто привет. Тебя снимал? Ну, я всем сам привет. С палкой снимал. Доброе утро. Это Майка. Стелла. Я закрывал глаза. С прошлого похода еще достался. Пошла реклама, все правильно. Да. Чисто вот. Нативная интеграция. Все, и хватит. Ребятишки спят, где-то 2 часа ночи было. Угу. И все уснули. Я слышу, вот сейчас пошло. Что за книга? Лох? Это... Да? Константин, ты хочешь такую книгу? Пожигалку мне не отдадим. Че? Охуел? Никаких возвратов. Беру под ребро, ты откуда, где сидела, дорогая? В соседней группе творится ужас, хотят кого-то посадить на перо. На перо? Все ребра целые. Перекаты, да перекаты. Послать бы их. Фанташа, овсянка, сэр. А, овсянка, сэр. Вкусно кормили на протяжении всего похода. Я доволен. Закормили. И даже запел песни. Может, закормили. Ох, закормили. Повесили на спину такой большой рюкзак. Вероятность того, что вот из множества рек в Каре, не сговариваясь ни о чем, на одном пересесть. Как ты думаешь, стечение обстоятельств, либо судьба? Это вот какой-то вообще... Представляете, чтобы... То есть... На двух стоянках. Да, реально, я же выбирал дату произвольно. То есть мне, ну, мне в стеле сказали, вот, выберите там, куда ходить поехать, когда. Ну, я выбрал. Вот, короче, я подумал, знаковый момент. Думаю, как-то надо отметить. Вот, хочу тебе небольшой подарочек сделать через этого. Короче, это полезная штука. Мелко, но полезная. Сейчас объясню, как она работает. Она тебе греет башку, если тебе холодно, ну... Пересечемся снова уже, сговорившись заранее на Уксе, да, собрались встретиться, следующие майские. Не надеюсь, добрее, нету времени злиться. Он как коуч, короче. Счастье в мелочах, ребят, запомните это. Украсим наше обувное дерево еще одной парой, которую я нашел здесь в Листорию. Мы ее повесим на ветке. Вот она, наша пара обуви. Кто-то оставил, видно, что они уже бесхозные, все в траве. Давайте их сейчас красиво. Как-то так. А сфоткай там еще фото есть. В Карелии лично для меня отмечу. В первую очередь, наверное, цифровой детокс. Здесь нет интернета, здесь не ловит какие-то YouTube смотреть, TikTok всякие там. Что-то читать на телефоне. В этом отпадает. Не то, что потребность, возможности помогут. Еще я здесь наконец-то нашел время для того, чтобы почитать книжки. Я в Москве все время просто не успеваю. Раз-два, я ничего не делаю, я просто сижу в кресле, читаю книгу, постоянно решаешь, вот, постоянно, какой-то микростресс. А здесь, вот реально, вот 3 часа свободного времени, вот просто нечего делать. Просто вот, уже поели все, да взял с собой заранее, специально, просто по кайфу. Вот интересно, это как-то положительно на характере человек сказывается, такие вот автономные походы. Как-то закаляют характер и, в общем, себя чувствуешь как-то более человечным, что ли. Вот то, что вот мы с Ильей сейчас общались, он вот
тем же самым выводом приходят. Надо быть добрее, надо быть человечным. Вот это все. И с детьми тоже хорошо в походы ходить. А это как воспитатель, автоматический воспитательный процесс, мне кажется, тоже. Но и мысли я... Такие туры можно называть автономкой? Автономкой нет. Я думаю, нет. Потому что у тебя периодически хоть какая-то дорога, словно финиш на старте. Мы первую стоянку вообще сидели со связью. А, ну да, кстати, там даже интернет ловил. Связь, ты видишь, отключиться от мира. Информационный детокс. Вот я про то же самое сказал, тут отзыв записал небольшой. То есть... Отметил этот момент, да, что у меня вот есть интернет-зависимость, мне кажется, небольшая. Ну, то есть, люблю полазить. А здесь как раз как естественное лечение. Ничего не работает. Можно забыть про телефон на время. Ну, я там снимал. Я забыл просто спросить, чем ты там будешь заниматься, вообще чем занимаешься вне походов? Вне сезона я массажист. Офигеть. Вот так вот. Ну, готов поверить, потому что вы видели, как Дарья рубит дрова. Она также, наверное, и позвоночники рубит. Так что, тоже клиенты, не знаю, которые не проломные, Дарья их проломит, да, наверное. Ну, естественно, какую-то там профессию, чем-то занимается вне сезона, да? Вот Илья там стройкой занимается, оказывается. Мы с ним общались, да? Чем Костя занимается? Костя учится. Учился. Пойдет работать. Получается, что инструктора... Им не нужны отпуска, они вот как бы летом как бы в отпуске, да? Да. Они берут полных отпусков, да? Потому что, ну, типа, лето все потрачил, вроде как работал-отдыхал, а зимой уже работаешь на другой работе просто, да? Да. Хотя, если график такой свободный, да, можешь сама себе там... Видишь? Мне достаточно съездить в Петрозаводск к друзьям на пару дней, чтобы да? понять, что я отдохнула, да? А раз ночью ехать, да? Там 4 часа, 5. А, даже 5 так. часов на ласточке ехать. Инструктора отчасти можно подумать. То есть, вот Дарья сказала, что? До середины августа, да? Или может до конца даже? До середины. А, потом можно юг шумить. Шу я там еще. Они там до последнего, до сентября, да? Да. И в сентябре пока еще заявки даже, да? есть, тогда они... Прекращают, да? Пока заявки есть. И там уже деревья, да, начинают, наверное, там ну, желтеть? Да, там желтеет уже все. Кто-то ради этого, наоборот, специально осенью. На самом деле, когда я ехала сюда, ну, мне было страшно, потому что такое внутреннее, короче, переживание, что что-то случится. А потом, когда я видела Владимира, нашего инструктора, я ага. знающий, и как-то все это вот, страх он отлегло отбросил. От моей души, да. Ну, еще ага. было тяжело, вот это натягивание костюма первые дни, вот это все мокрое, голодное. А потом привыкаешь и уже думаешь, блин, где мой костюм? Вот ага. сейчас я стою и думаю, наш поход подошел к концу и... Пострадал неопренчик, да, кстати? Всем большое спасибо за прекрасный поход, потому что каждый из нас везет с собой отсюда что-то свое. Кто-то воспоминания, кто-то камушек, кто-то пудренные ботинки, кто-то синяки на ноге. Петя-то скажет... Блин, как же мне хочется опять попасть сюда снова. Возможность выезжать так часто. И... Ишь. Да, я думаю, уже пойду на Умбу. Какие большие пани. Конечно, вы все бы с удовольствием поехали на наших любимых катах. Взяли бы вёрт, когда-нибудь, как мы знаем, заканчивается. Да. И наш поход это не исключительно. Все наблюдают. Буду рада видеть в Москве. Надо будет как-то встретиться и... Гусятник устроить, да? И устроить пошланакшу. Пошланакша. Очень интересное название. Родилось оно тоже... Я хочу всем пожелать приехать сюда, испытать то, что испытали мы. Кусание комарами, прохождение порогов, страх. Классной каши. Закаляет. Потому что пока ты не попробуешь это, ты не узнаешь вообще жизнь. Мне кажется, тот, кто не бывал в походах, не знает жизнь. Потому что это все комфортно. А когда ты лишаешься комфорта и возвращаешься потом в комфорт, начинаешь ценить то, что у тебя есть. Поэтому вообще, я всем желаю да. ходить в походы. Ходите в походы. Тебе поход. Так понравилось, что неохота возвращаться даже домой. Да. Саратов. Ты ходил до этого в такие походы? Да. Много раз?
пока нет. Надо даже зимой было, потому что походы спешат. Вот. И сплавляться, и в палатках потусить. Такого не было. Да? Да. То есть для тебя опыт необычный, и поэтому понравилось, да? Да. Белую ночь, да. Можно сказать. Еще пойдешь, да? Угу. Если позовут. Конечно. Или сам захочешь. Ну, а сам будет скучно одному. Изъявишь желание. Музыку послушаем. Музыку? Да, спокойно посидели. Смешанное чувство. Сначала мерз, греб, мерз, да? Да. Ага. И прыгать сразу. И все сразу понравилось, да? Ну, в общем-то, круто. Вести бесконечно, хотелось на порогов побольше, да? Да. Поэтому да, ты говорил, да, когда же будет порог, ребят? Уже час гребем. Гребаная жизнь. Оператор забывал колонку. Это мой косяк, короче, да. У меня тут же белька с собой. И я ее каждый раз говорю, ребят, я сейчас в следующий раз достану из гермы. Каждый раз погрузились, гермы погрузили. Блин, я забыл. Что это вообще? Кто хочет заценить творчество MC, диджей как? Диджей как? Скарлетт Кастер. Диджей Скарлетта. Ищите его на Ютубе, Spotify там. Это кораблик за нами плывет. Смотрите, какой красивый. С флагом пиратским. Угу. В пиратском корабле. Черная жемчужина, наверное. Все, встал. Грузимся. Ребята. Ну все, погнали. Лесной житель. Сейчас, подожди, скажу, там кто за рулем? Денчик? Ты кто? Здорово! Ты приедешь? Все, давай, я завтра. Пока. Пока-пока, ну, пока, лесной житель. Давай, давай. Долгие проводы, короче. Оставаем лесного жителя. Да, да. В Москве давай это осенью, да? Я обязательно. Я в этом году приеду под Новый год, да. Я тебя найду, где бы ты ни был, да? Я тебе найду. Да. Что, толкнуть вас? Все. Остановка в лесу. С Катей разошли. Че, как тебе путешествие на таком судне? Нормально. Необычно, да? Мне кажется. Thank you.
Thank you.